«Свет рождественской звезды». Вот уже 17 лет подряд в Чувашии проводится православный фестиваль воскресных школ. За это время в нем приняли участие более 300 коллективов и более 7 тысяч воспитанников Чувашской митрополии и Шкаролинской и Марийской епархии. И каждый раз ребята по-новому рассказывают библейскую историю рождения Христа. Последние приготовления перед выходом за сцену. В фойе и гримерках оживление, но никакой суеты. Маленькие артисты понимают, концерт особенный. Это не просто фестиваль, это праздник Слова Божьего. Когда я вот выхожу на сцену, я чувствую радость, счастье, веселье. В моих песнях поется о том, как там рождается Христос, как его там прославляют. А мы... Песни готовили полгода, сентября. Мы занимаемся закон Божий, у нас там рукоделие и пение. Я хожу в воскресную школу по субботам. На фестиваль приехали воспитанники 13 воскресных школ со всей республики. Именно к ним в первую очередь и обратился епископ Мариинско-Посадский, викарий Чубоксарской епархии, епископ Игнатий. Сердечно поздравляю с светлым праздником Рождества Христова. И святые отцы говорят нам, что от сотворения мира не было столь чудесного и важного события, чем Рождество Христова. И пусть вот этот наш сегодняшний концерт, фестиваль «Рождественская звезда», пусть тоже будет подарком не только нам всем, но и нашему Спасителю, Богу-младенцу Иисусу Христу. В каждом выступлении светлая радость, искренние поздравления. Коллективы творчески подошли к воссозданию событий той чудесной рождественской ночи. Все будут злые и не будут верить в Христа. Если бы Иисус Христос не явился миру, то все люди жили бы, жадные были бы, злые. И сразу после смерти в ад. Наши предки свято чтили традиции Рождества. Благодаря таким вот фестивалям, в том числе, о давних обычаях знают и самые маленькие жители республики. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.